купила салат, потом эти помидоры. 4 злотых, это 3 с лишним. Это, короче, вот это по акции. 2 злотых и мороженое с вишней. Хит сезона. Сделала такого салата. Тут все, что можно. Офигенный. Прям вот так вот. С тазика. А это остатки. А это кабанасы. Я их в микроволновке подогрела, и они превратились в порошок. Спеклись. Вот такая красотень. Вкусно. Короче, сливки и вишня. И мороженое там. Оно вообще не растало ни капельки. Ой, как я классно наела салата. Это никому не передать. Короче, я вообще балдею. Еда — это такое удовольствие. Вкусная еда. Класс, конечно. 8 злотых почти. 7,99, что-то такое. Вот этот лоток. Но очень вкусно. Класс. Хотела сфоткаться. Но получилось, что... Не заметила, что это съемка. Типа улыбка Мона Лизы. Мона Лиза. Короче, сегодня уставшая как конь. Честно слово. Завтра мне на 10. Завтра я буду вообще. Хотя, может, и нет. Вчера же была на занятиях, поэтому, может, устала. Блым-блым. Блым-блым. Ладно. Все прошло, пройдет и это. Всем привет. Немного слезятся глаза от воздуха холодного. Короче, сегодня такой сон снился. Снилось. Бабушкин дом. И там... Тут люди проходят. И там, короче, был сад. И все вот эти ягоды, малина, вишни. Короче, хороший сон, приятный. Все это как-то кто-то собирал. Ну, в общем, я была там опять. Потому что у бабушки в саду было все. Ну, это дед садил. Дед любитель. Он даже щепил когда-то к яблоне. Или груша яблоню, и получалось такой другой сорт вырастал. Ну, короче, ветку щепил его. Он, когда был в плену у немца, он фермера был, ну, работал, научился этому всему. Ну, как бы такое было. Но сильно ему там офигенно не было, потому что от голода, ну, наверное, ж кормили только так, чуть-чуть. Что воробьев ели. Это то, что я помню. Короче, я так рано выезжаю, что можно мне гораздо позже. Дело в том, что я боюсь, чтобы что-то где-то задержится, и я опоздаю. А это для меня хуже всего. Поэтому я выезжаю. Вот сейчас я приперлась, вышла, автобус идет. Я села. Получается, хотела в 8 выехать, а выеду в 7:41. Электричка. Ну, смысл стоять тут, ждать следующий, если есть 7:41. Она уже едет, наверное. И опять же, я приеду за 1,5 часа до 10. А если бы я где-то жила рядом, то я бы вышла 9:30. В 9 встала, ну, 8:30. Вышла бы все. И на месте. А также на 11 вообще в 10 вышла и... Или 10:30. Короче, однозначно надо менять. Ну, это в этом месяце, конечно, не, потому что
короче, в этом месяце надо начинать искать уже. Чтобы, если что, то потом как-то до 1 числа. А, это я хочу в январе, типа, в новом году переехать. Ой, в старом году переехать было бы прикольно. Короче, займусь этим вопросом. Может, вчера так голова болела. Так я завалилась в 9 часов, как подбитая лошадь. И стала в 4:05. Выспалась. А потом снова заснула, бы еще рано. А потом уже проснулась по будильнику. Короче, такие дела. Сейчас я тоже буду, это мужчина с метлой. Сейчас мне тоже задача помыть коридор. Холодный. ЦУ. Так что я сразу сходу, вот так вот не переодеваясь, пойду сначала помою, потому что там холодно, а потом, короче, уже все остальное. И чувствую, что я худею, ну и живот плоскее становится, плоские втягивается. И спина, вы знаете, болела только первый день, а сейчас, короче, так. Ну, тяжело, чувствуется усталость, но нету такой резкой. Мышцы, наверное, привыкают. Короче, такие-то дела. Ладно, поезд едет. Всем привет. Из Северной Колорадо. Я выжидаю время, чтобы отправиться в путь. Не, мне просто на 10 раньше я не поеду, чё раньше ехать. Села тут, короче, меж цветов, фоткаюсь. С одной стороны цветы, с другой стороны одежда Зара. Зара всегда рядом. Она была первой в жизни. Польши. В моей жизни. Я вот так вот фоткаюсь, знаете, вот так. Типа вырос цветок с головы. Зелень пошла. Короче, сижу, думаю о жизни, о деньгах. Перевела с карточки на кредитную карточку. Ну, своей там. Перевод, типа, проценты погасить, часть. Короче, каждый месяц процентов 800 гривен. Ну, там 900. Вот я их каждый месяц гашу. Ну, обязательный платеж 1250. Поэтому вложу 1250, потом снимают это проценты 900 где-то гривен. Ну и, короче, каждый месяц 1000 гривен уходит на эту карточку. Еще у подруги тоже ей там по чуть-чуть кидают. Ну, конечно, совсем мало. Надеюсь же, в этом месяце сейчас я активно буду передавать той женщине, которая мне на карту побыта добровольно одолжила денег, даже не просила. Хочу быстренько ей погасить. Потом подруге тут по месту я должна за проездной. Ну, короче, 260 злотых плюс 50 за кроссовки. Надо же когда-то уже отдать. Короче, 310. То есть это 400 плюс 310, это 710 уже. Ну а потом, короче, все гасить на
то у подруги, чтобы там побыстрее. Я не знаю, сколько там осталось, но я думаю, что 1014, может 15. Потому что то, что я кидаю, это 3 копейки. Может даже 16 уже. Проценты ж жрутся. Бо у меня ж, я ж свою гашу. У нее просто лимит есть, и оно жрет деньги, да и все. А у меня ж на карте дуля с маком, так я ложу на свою обязательно, потому что ему надо питаться кредиту чем-то. Потому что когда он голодный, это кредит как какое-то существо. Оно питается деньгами. Если ты не даешь денег, оно голодное, начинает бушевать. Вот такие это делишки. Ну, это все. Главное, это все закроется. Главное, что у меня уже нету. Я смогла все-таки, мне удалось вылезти с этих кредиток, которые были этого Альфа-банка, да. И я смогла, помню, последний платеж, я 6 тысяч даже сразу заложила и, короче, закрыла. Смогла в Мегабанке закрыть раньше времени. Вот так вот. Мечтаю уже, мечтаю. Я уже, знаете, делаю медитации такие. Я себе разрешаю погасить все долги. Я себе все прощаю, чтобы, ну, чтобы побыстрее это все. Ну просто что еще живешь, еще же надо питаться, хоть не получится не покупать еду там, потому что все равно что-то хочется такого, желудок начинает сводить от еды такой столовской, можно сказать. И покупаешь то какой-то этот Активию, потому что желудок скрутило. Купила тех кабанусов, а они полежали в холодильнике сутки, и уже они задохлись. Ну, они уже стали подванивать. Недаром мне плохо стало от них. Они, наверное, были не свежие. И вот их придется выкинуть, что их жрать, что ли. Я вчера пыталась их в микроволновке разогреть, но они превратились вообще в кость. Собственно, с чего они сделаны, наверное, с костей. Так что... А салат хотелось очень, что ж, надо же поддерживать еще функциональность организма, чтобы все выдержать. Ну, это все вот так, просто вам рассказываю, как есть. Поэтому я, конечно, благодарна, что мне подарили курточку эту и сапоги. Вообще сапоги, я обалдею. У меня ноги, во-первых, у меня перестала пятка болеть. Во-первых, я ее, знаете, как размяла. Я взяла вот эту, она болит, так я еще больше ее подавила. И она бац и перестала. Наверное, там разрушается то нарост или что там, пятки. И, короче, может то, что нога теперь ровненько, пальцы не поджимаются. В общем, в любом случае, мне здесь в Польше сейчас легче, потому что много помогают люди. Потому и легче. В Украине мне было тяжелее. Я сейчас вспоминаю, так печальнее и тяжелее. Тут мне гораздо легче жить. И если уже выбраться из долгов, то вообще, я думаю, будет настолько офигенно, что даже себе представить не могу. Потому что так огромные суммы идут. Сначала я хочу подруге заложить карточку, погасить, а потом уже свою. И сразу ее заблокировать. Маме, ну, я ее не смогу ликвидировать, но я ее могу заблокировать удаленно. Типа я утеряла ее или там украли. И все, чтобы лимит тот заблокировался, чтобы его никто, не дай бог, не снял. Потому что так нельзя хранить. В наших банках я не доверяю. Нельзя так хранить деньги, еще и кредитные. Поэтому такие планы. Ну ничего, уже легче, уже было сложнее гораздо. Я уже это прошла, сложнее период.
а теперь уже будет только легче, легче и легче. И сегодня я записала реквизиты, то, что требовалось. Зашла на YouTube, вижу, что там у меня нету статистики доходов. Думаю, может, из-за того, что счет тут закрылся, потому что по новым меркам надо новые данные вводить. Ну, не новые, а просто развернутые реквизиты. И я нашла их, короче, в Приват24 и ввела эти реквизиты. Но у меня в этом месяце не выйдет даже на вывод 95 долларов заработка, поэтому выведется на следующий месяц сразу за 2 месяца. Ну, так и хорошо, потому что сумма будет не 95, а 180, допустим. 180, сразу возьму ее и положу на какую-нибудь карточку. То есть прилично так сразу. Хорошо. Ладно, надо идти, потому что на 10, чтобы не опоздаться, то сейчас сижу. Еще я опоздаю. Ну, сейчас у меня уже все проездные есть. Но на следующий месяц опять их надо будет обновлять. Ну, я еще, может, надеюсь, что я займусь вплотную общежитием. Раз и прозвоню, может, где-то есть комната для меня. Я тогда бы на следующий месяц уже... Но мне надо это сделать до 1-го числа. Потому что если после 1-го уже не прокатит, надо. И так надо будет как-то. Баба хочет, чтобы я ее за месяц предупреждала об уходе. А как я за месяц? Это что, я найду квартиру? Квартира будет месяц ждать? Конечно, нет. Скорее всего, ей пару сотен надо будет дать как компенсации, если я ей скажу в последних числах. Чтобы она за... Ну, оплатить там сколько-то еще дней, чтобы она за то время нашла себе других жильцов. Я понимаю, что вы скажете, что... Да ну ее... Не, ну просто чисто по совести, чтобы не расстраивать человека. Ладно, все, погнали. Ну, в принципе, мне очень все нравится. Я очень довольна, я балдею от... движение, от того, что каждый день я чувствую, что вес скидывается, я чувствую бодрость каждой клетки своего тела. Вот это мне радует. Мне пугало то, что я начинала заплывать. Заплывать и вообще и без движения. Как будто ты в трясину попал. А сейчас я как вырвалась. Поэтому я довольна. Добрый вечер. Короче, такая толпень везде. Я вам скажу, последние дни пробки. И короче, из-за этого трамваи задерживаются. Я хотела ехать трамваем, а потом вижу, что-то люди говорят, что задерживаются. Думаю, ой, сейчас как селедок набьется. Пошла на метро, а там... Я, короче, втиснулась последней. Просто взяла и втиснулась. Уже человек расслабился, я думаю, ну все. А я такая, нет, еще меня тут не хватало. Короче, втиснулась. Но все молчат, это не Киев. В Киеве уже куча матюков. Красиво, да, светится. Ну что могу сказать? Ну, усталше. Ну, не настолько, чтобы уже вообще... Я вспоминаю усталость, когда я работала в Познании, ночные смены. Вот это была усталость. А это так, усталишка немного. Короче, сегодня с новой женщиной познакомилась. Так и разболтали с ней. Ну, я ж как бы болтливая. И это, ну, нормально. Не голодная, сытая. Поэтому все нормально. Вот иду и думаю снова за яблоки. Пойти яблок купить. Потому что у меня лежат апельсины. Но у меня от них сыпь по всему лицу. Я думаю, знаете, что с ними сделать? Взять их, короче, когда у меня будет настроение. Может, даже сегодня. Купить желе надо.
желатин. И, короче, их перемолоть или выдавить с них сок и желатином и сделать такое типа желе. Короче, такие дела. Ну, так усталости особо нету, но если кто сказал, что еще куда-то идти, то я бы уже, конечно, ну, где-то ходить, там, гулять. Не, у меня только желание прийти и ножки положить на стол. И сидеть себе, наслаждаться теплотой. Не знаю, я сегодня оставила немножко отопления, чуть-чуть, потому что я прихожу... И тупарь собачий просто. Зачем оно мне надо? Поэтому, надеюсь, будет тепло. Там счетчик на подъезд, поэтому делится на всех. Я не думаю, что кто-то с пенсионеров сидит и мерзнет. Ну, ходят люди сзади, спереди. Поэтому что я должна мерзнуть? Я думаю, что не должна. Вот такие-то дела. Так что-то смешно. Знаете, я не думала, что я такая позитивная. Ну, казалось бы, надо же расстроиться. В кость, типа, не влазишь. А мне, короче, смешно. Может, потому что я знаю, что будет за ним еще. Ну, типа, следующий. А как я вчера ехала? Это вообще, я же вам не рассказывала. Я, короче, пришла от Жирардова. Приехал опоздающий поезд, и перед этим была большая задержка. И все люди, которые ждали там, в основном они выплюнулись в Гродицком, Мазовецком. Все запихались в этот поезд, как селедки. Короче, ну я, правда, доехала до Варшавы заходней и освободилось место. Ну как-то люди не захватывают места, знаете. Вот встали, допустим, места есть, а пацаны, мужики стоят. Не захватывают, как у нас. Типа с удовольствием садятся. Наши очень уставшие. Потому что наши бухают и курят. Конечно, откуда силы. Поэтому места все свободные. Ну, так я думаю, что они стоят. Пошла, села, короче, и так балдела до самого этого. А так набилось людей, что это трындец. Еще зашла передо мной парочка. Этот парень. Ну, русскоговорящие. Украинцы, наверное, шах, откуда же еще. И они давай вот это что-то там сосаться, я не знаю, так чмакать. У меня такое зло. А я терпеть не могу. Вы скажете, завидуешь. Ну, может, и завидую, но точно не с тем парнем. Потому что оно такое чмошное, фу. Пьяное, наверное. Фу, блин. Короче, и она меня так бесила, я уже отвернулась, думаю, не могу ни наушники. Я сейчас, знаете, как спасаюсь от раздражения? Включаю радиоволну через наушники. Блин, красота. А то только сяду. Сегодня утром, допустим, села, и два поляка начали громко разговаривать, как обычно, ржать. А меня уже начало поддергивать немного. Такая, а у тебя же есть наушники. Воспользуйся ими. Вот так прикольно сфоткать. Типа фонарь. Фонарь, короче, над этим балабоном. Я, короче, наушники, радио врубила. Все. Мне пофигу. Мне главное, чтобы оно заглушало вот эти чваканье, хряпанье и хрюканье. Все, и мне тогда нормально. Нервы сразу успокаиваются. Мне все хорошо, я не нервничаю. Только раздражают все звуки и все трески. Особенно еще, если вот парочки любят сосаться по засосам. Вы бы еще тут занялись этим самым. А что мелочиться? Не могу терпеть вот это проявление такой любви прям... несметной, прям несусветной, прям не втерпешь. Обязательно они любят, мне кажется, они вот извращенцы, которые любят на публике заниматься сексом там, потому что они именно, когда видят, что вокруг толпы людей, они начинают сосаться, типа, ну, специально они как, может, не специально, а интуитивно, но им, типа, по кайфу.
когда кто-то рядом, типа, будет на них смотреть, как они засасывают друг друга. Мне это бесит. Мне хочется взять их и выкинуть нахрен с поезда. Так что вот такие дела. Так я спокойна. Мне только хочется взять топорик, немножко тюкнуть кого-нибудь. А так спокойно, доброе вообще. А если радио в уши втыкну, так вообще ничего не раздражает. Короче, рука замерзла. Надо ж вам рассказать свои последние новости. Все-таки пойду сейчас яблок возьму, потому что у меня есть с собой блины. И еще бы яблок навернуть, и было бы хорошо. Мне еще сегодня презентацию делать на тему запалывания скуры. Вот у экзема или что-то такое. Мне надо написать на тему эту презентацию, какой массаж делать можно по этому. Ну, потому как, когда уже болезнь пройдет. Ну, в общем, такие дела. Ладно, все. Всем пока, до завтра.